В среднем 200 часов игра проходится. Ну, я, как видишь, играю супер не спеша. Мне кажется, я буду в среднем проходить 400 часов. Плюс я не люблю оставлять неоткрытый контент. То есть я там все вопросики пойду открывать. У меня это 600 часов займет. То есть стримов 300 примерно. То есть года два. Нам тоже покажи. Да сейчас загружается. Не скрывает вас ничего. Загружаем Варламова, надеюсь. В ходе игры можно сложность менять? Думаю, нет. Хороший вопрос. Иначе было бы, ну смотри, ты проходишь все на легкой сложности, копишь ресурсы, всякие зелья, пот и не тратишь их. А потом перед боссом включаешь высокую сложность. Мне кажется, не должно быть. Мне кажется, если сложность и меняется во время игры, она либо должна меняться только вниз, либо после прохождения тебе засчитывают минимальную сложность, которую ты включал. Можно сложность менять, да? О, может, если куда-то упрусь, я понижу сложность. Некоторые драки непростые. Даже если вас не видят, некоторые преступления могут услышать. Ведите себя потише. Чему нас учат? Так, собственно, на чем окончилась прошлая серия? Мы сюда пришли к маленькому мальчику, который загипнотизировал гарпию, чуть было не сожрало, но тут мешались отважные герои и всех спасли. А мальчик не дал нам никакой награды. По воде можно ходить сейчас? Или только по мелководью? Мальчик ничего нам не дал. Может быть, если мы вернемся, нам что-то дадут? Так, ну тут тупик. Это хорошо, что тупик, потому что когда во все стороны бесконечная карта, это смущает. Думаешь, ёб твою мать, куда бежать-то? Хорошо, что... Да, что я жму-то не то? Хорошо, что хоть с одной стороны мы до конца дошли. Так, вот тут мы не были. Ну давай все изучать. Уединённая бухта. Грохни мальчика, да я грохнул, он уже убежал. Ты, отполированный кинжал, грудная клетка. Зачем нам две грудные клетки? А, грудная клетка это нарочестый, в смысле броня. Ух ты. Груду костей воровали. Или это буквально грудная клетка? Он такой. Нет, буквально грудная клетка. Ну, зачем-то подобрали две грудные клетки, хотя здесь есть полезные. Узловатые корни, это можно залезть, да, наверх? Ну, один маленький кусочек карты исследовали до конца. Мне сказали не идти в подземелье, пока я тут вокруг не потусуюсь. Но кажется, вокруг столько контента. Я не уверен, что нужно все, во-первых, вокруг проходить, прежде чем идти в подземелье. Или то подземелье, оно самое последнее. В него идти в самом конце, ребята. Вот то, которое там в конце первой серии у нас было. Да, грудная клетка в хозяйстве вещь полезная. Вдруг ты захочешь что-нибудь приготовить. Я там в рецепте. Возьмите две грудные клетки. Фольклорные песни Фейруна. А это мы украдем, нет? Ты считаешь за воровство? Альфира. Бард какой-то. О, она мне нравится. Здесь песню не перевели. Молчать и слушать. Что это за мелодия? Что ты поешь? Как же все это облечь слова? Пока это звучит немного коряво. О, эксперт пришел. Коряво ты там что-то... Паучи хоть что-то не припомню. Нет. Что ты поешь? Что это? Что-то бутырка, что ли? С тобой все в порядке? Это какой? А, творческие муки. Варламов. Да, я играю за Варламова, да. Это и есть творческий процесс, агония и экстаз, но в основном агония, да. Давай. Song, like worse, oh.
Я могу тебе помочь дописать эту песню? Я Варламов, эксперт по всем вопросам, не только урбанист и политолог, и путешественник, но также и песни я также пишу, но это будет чересчур. Ну, давай, может, это к нам присоединишься? Сперва я должна слушать песню. Ну, давай поможем. И полетят Москва, Магадан. Ловкость вырвать у нее из рук лютню и разбить ее. Блять, Варламов, ну ты, ёб твою мать, Варламов, ну ты вот вечно в своем репертуаре. Вырвать лютню, разбить. Ну, давай поможем, чё? Еще одна лютня? Давай, я могу, лютня. Я и жнец, и жрец, и на лютне игрец. Давай, давай споем дуэтом, давай. Зачем она носит две лютни? Сунуть себе в рюкзак. Варламов, ну что ты за мудак? Ну нельзя так быть таким говнарем. Давай поиграем с женщиной. А, мы вот как это работает. Давай бонус. Очень полезный спутник, всегда тебе добавляет на броски. Халява вообще. А чего ты ожидал? Ты никогда не играл на лютне, долбан. Повторный бросок. Думаешь, второй раз что-то... Ну слушай, если второй раз обосрёмся, это знак. Это знак, что музыка не моё. Давай. Чуть не хватило, кстати. Ля, 14... Блин, А, нет, там большие проки. Фух, прокнуло. Давай. Играть с ней в унисон, себе в рюкзак. Держу, у меня нет на это времени. Да после того, как я выиграл какой-то мегакубик, как же нет времени. Давай играть в унисон. Опять, да блять! Проверка на харизму. Да харизма у меня дохуя. Я харизматичный. Я Варламов. Это все песни допоем на кубиках. Я думал, что чтобы учиться, чтобы играть на музыкальных инструментах, нужно учиться долго. Оказывается, можно кубик иметь. Хоп-хоп. Ну все, до конца, надеюсь, допели. Хорош. А то сейчас лютню в карман суну. Третий раз не повезет. Ничего, ничего. Дай волю слезам, да. Поплачь. Она сказала бы то же самое. Ах, она какую-то потерю оплакивает. Лихейла погибла, наставница. Играли на лютне, не услышали гнолов. На лютне надо в безопасном месте играть. Вы еще голую вечеринку устроили? Ну ладно, надо ее как-то утешить. Так, покороче. Лихала said that's why eulogies were important. They were for the living as well as the dead. I'd forgotten what it was like. That itch to perfect a song. Keep the lute. The song. Le perfect. You've earned it. О, она мне подарила лютню бесплатно, даже ворать не пришлось. Круто, продам вендору. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Прекрасно. У меня есть лютня. 14 голды. Офигеть. Сыграть мелодию. Ну, это слишком. Так, а ты сама это не пойдешь с нами тусоваться, не? Нет, мы просто лютню стырили. Главное не войти не в ту дверь. В жизни каждого мужчины бывает ситуация. Золоченый сундук. Давай-ка. Заперто. Ну, у меня же есть инструмент. Открывай. Где мой инструмент? Брелок. Все? Инструменты одноразовые, что ли? Одноразовые инструменты воровские? Сундук. Так, а где у нас осталось подземелье наше? Вот здесь. Далековато. Что, говорите, надо идти? Ну, может, вот так вот пройдем, вот здесь откроем их подземелье, пойдем. Нормально будет вот сюда сейчас подземелье идти. Пойдем.
Ну и что ты застрял? Варламов, ты дурак? Be wary of false promises. The missing druid, Hansen, was it? He may be talented, but only a githyanki zathis can cleanse an embedded tadpole. Ты уверен, что нам помогут только ясли? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlad. Мы еще не встретили знакомых главных спартийцев, все девушки геймеры от него без ума. Вот он я. Твоя мудрость бесценна. Надо же, какая глубокая мысль. Никогда не думал об этом. Шадоухарт этого не одобряет. Observing the ways of our lessers, ревнивый бабы. Order turns to chaos, and cold fires rage. The plains are ever quaking, and their peoples ever shifting. The githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Да как же ты говоришь, она похожа на Ивлееву, если она вся в одежде? Ты что, с ума сошел? Так, ладно, уйти. Лагерь, да? Мы обратно в лагерь возвращаемся. Ага, в изумрудную рощу. Мы уходим. А где этот пацан, которого я спас? Вот тут какая-то галочка. Айлар, что такое Айлар? Что это? Я тут спас пацана. Карта где-то тут. Как мне здесь с кем-то поговорить? Где этот Айлар? А, вот ты, Айлар. Айлар, дело к тебе есть. Говорить на мексиканском. На мексиканский это испанский. Интересно, а почему у меня Айлар чем-то горит, если... Что это у меня тут горит вот это такое? Может, мне вниз надо как-то спуститься? Да ладно, пойдем дальше. Пускай тут колдует, проводит свой ритуал. Медведь тут дрыхнет. Так, наверх поднимемся, идем в данж. Мы там уже отпиздили патруль. Давай, рычаг. Надеюсь, они за мной догонят меня. Налево можно пройти или там тупик? Походу тупик. Или нет? Или не, не тупик, смотри. И там что-то красненькое. Вот что-то красненькое. Выживание провал. Чё, простите? Выживание провал? Что это значит? Лопаты, надеюсь, не одноразовые хотя бы. Инициатива. А, меня атакуют. Багбер-убийца. Багбер — это пиво такое дешевое. Ты чё, один пришел, что ли? Нас четверо, братан. Я тебя сейчас чисто руками запизжу. Да наебни его. Третий уровень лоб какой-то. I speak, they burn. Да ебнуть его чем-то. Зачем рукой-то бить? Что, лох, что ли, рукой? Жахни его, жахни. 36%. В мили может промахнуться. Не знаю, на что он вообще рассчитывает. Ёбни его нормально так. Ну, сотрясение мозга мы сделаем. Стоя с руки, сколько будет? Да нет, давай, сотрясение. Хотя зачем тратить обилку на одного противника, который явно не опасен? Не знаю. Давай просто атаку убить. Варламов, ты с руки нормально так? Ух, почти убил. 3 хп осталось. Ну, ходи. Он хотел меня спихнуть, прикинь. Он хотел меня спихнуть. И ударил очень больно, кстати. Промах. Бахни его. Варламов нормально так врубил, кстати. Варламов, надо хилис. Что мне хилис? Хилися. Пожалуйста. Нормально. Ух ты, обычный яд. Моргенштерн.
Гриб драконьего яйца. Взять все. А в сундуке что было? И тут немножко было. Так, мы наверх можем пройти? Или тут тупик тоже? Можем, смотри, как мы карабкаемся ловко. Козел. Надир, это ж мы убили Надиру, да? Нет? Или нет? Или не мы? Нет, тут что-то осталось. Монета души. О, монета души. Питают адские движители. Круто. А Надира это кто? Вдохновение. Вдохновение это что? Аристократ Варламов. Погоди. То есть полутать убитого персонажа это типичное поведение аристократа? Ничего себе. Я либо лутаю монету души для вдохновления, либо отмахиваюсь от просьб или вопросов спутника. О, это я могу. Другого ничего не могу, но отмахиваться могу. Монета для еще одной женщины? Да куда мне столько женщин? Мне одной-то много, ты че? Одну не вывезу. Вдохновение дает рерол. Да, но это мы уже лутали. Да, я помню, я же его сам убил. Так, как нам вниз спуститься, интересно. Как нам выйти отсюда? Наверное, надо вернуться, спуститься и выйти через главный вход, да? Ну хорошо, здесь мы все осмотрели, погнали наружу. Варламов и команда. Женщин в игре еще штуки 3. Ну в игре их может быть сколько угодно, я-то один. Я-то у мамы один. Вы точно уверены, что пора в подземелье идти? Опа, заперто. А как выйти? Опа. Отсюда выбраться-то вообще можно, нет? Или тут нужно что-то завершить? Ну, тут мы еще вроде... Хотя мы везде были, везде тупик. Может, здесь как-то можно спускаться? Здесь что-то неоткрытое. Может, тут есть проход? Слушай, а как наружу-то? Fast travel? А у меня тут есть, интересно, fast travel? Тут нет fast travel. А я могу с любой точки в fast travel? А, тут телепорт есть, а так бы и не вышел, кстати. Да, fast travel, кстати, тема. Тогда у нас fast travel есть поближе, должен быть, да? Вот здесь fast travel, прям близко. Давай, хорошо, fast travel. Go, деревня гоблинов? Блин, я понятия не имею, где деревня гоблинов. Ты говоришь, как будто я такой, go. Так, дверь заперта, да? Мы ее не можем открыть. Тогда нам ближе сюда. Я бы сейчас час бы искал выход. Может направо еще посмотрим? Или там тоже дохера территории? Мне интересно, то, что оно так сильно прокручивается. Там так много места или оно прокручивается бесконечно? Давай вот отсюда попробуем. Это такая огромная карта или... Или оно просто, ну, бесконечно в темноту крутится? Ну, что это такое? Что это такое? Найди Астариона, забыл где он, а потом гоблину. Охуеть, ты даешь инструкции. Найди что-то, где я не знаю где, а потом гоблину. Ты дурак? Да, это я, Гимблибок, все в порядке. Гном исполнения. Да, это я, впусти меня. Гномы оказываются очень властны, они могут заставлять других людей повиноваться. Или обмануть. Гимблибок попал в какую-то западню, нужно помочь. Да не, давай властность проявим. Либо твои друзья мертвы, а теперь твоя очередь. Не, обманем, обманем. Фу, всего 5 надо, господи. Какой-то у тебя странный голос, подожди, найду ключ. Так если голос не похож, зачем ты открываешь, дурачок?
что, сказку про козлят, что ли, не слышал? Сейчас трупом будешь. Да ты второго уровня, лох. На тебе по башке. Нас четверо, ты один. Просто их руками забьем. Сейчас он будет ходить, да? Тупи пока. А, он захвачен врасплох, поэтому скипнул ход, да? А ну, еби ему в руке. Промах. Тупая ты, конечно. Варламов, давай, добей. 9 хп там осталось. Ох, красава. Ключ бандита. О, бутылка. О, кожаный доспех. О, факел, факел. А, факел это оружие, смотри. Место еще вроде бы есть. Темнота. Используй источник света. Вот, давай. Чашка, тарелка, кубок. Немного намародерили, конечно. Свеча. А во время боя можно переключать оружие, кстати? В качестве оружия используй сосиску. Это другая игра. Заперто. Но у меня же есть ключ мародеров. Как его поюзать? Как мне использовать ключ мародеров? Вот у меня связка ключей. Где моя связка ключей? Как использовать? Может быть, что просто закрыто и все. Так, ну я зажег жаровню, наверное, я могу убрать факел, да? Или оставить пока факел. Как мне открыть? А, вот, рычаг есть. Сразу драка. Ух, их там много. А если я спрячусь за стену, они ко мне пойдут? Если я сейчас всеми спрячусь за стену. Они же лучники, мне туда идти невыгодно. Они еще ходят первые. Пиздец. Ну, когда я интересовался покер на деньги, классная штука или нет? Да, я в студенчестве играл. Мне нравилось. Я бы поиграл как-нибудь. Так, у меня хилки все в КД. Блин, все хилки в КД. А, нет, одна есть. Вот этого похил. Ага, далеко. Вот это стоит. Ты иди сюда. Ты иди сюда. Да нет, ну а как переключить ход? Я могу переключить ход? А, он в ловушке. Да блядь. Ладно, спрячься. Он в ловушке еще будет расстреливать. Что-то надо делать. Одного выманили. Ха-ха, получи по спине, козел. Слушай, ну их там до хера, меня это беспокоит. Хаси. Два раза по 10. И прячься, прячься за стену. Себя только хилит, да? Конец хода. Так, ты в ловушке. Банки у тебя нет. Блин, банки нет. Ловушки это плохо. Ну бахни тогда. Промах. Красава, братан. Так, ты сначала бахни его, добей. 4, у него было 5, ты ударил на 4. Ты это можешь исцелить? Теперь отойди от выстрела. Ну, блин, он в хите выжил, это жесть какая-то.
Хромота. Он в ловушке еще и хромает. Он сейчас умрет. Пиздец. Ну ты, конечно, колдун, ебать тебя в сраку. Добей. Можешь в этот же ход воскресить? Или это отдельный ход нужен для этого? Надо держаться от проема подальше. Так, значит, смотри. Такой выходишь. Из лука. 15, 12, 15. Давай вот кастера. 12 хп, магический доспех. Ебаш. Промах. Красава. И за стену обратно. Так, ты, значит, выходишь. По кастеру, на. Ля, они в меня выстрелили. Они выстрелили на расстоянии в меня. За то, что я оказался в зоне их достигаемости. Это что за хрень такая? Такое тоже бывает? В РНЖ тоже они реагируют автоматически? Так, выманили лучника. Ядрить на 9. Охренеть. Охренеть, они домогают. Так, ты балбес, пей банку. Тут вражеский кастер. Мари, нет, вот вражеский. 9 хп. Может, Мари ёбнем, а? Мили атака большая. За 2 атаки можем убить, давай. Что-то она далеко зашла. Ой, блядь, Варламов. Ну ты уёбок. Варламов, ты урод и дебилна. Ладно, давайте эту хотя бы убьём. Там 9 хп. 9 хп, 8 силим. Вот ваншот, отлично. Другое дело. А чё у тебя хп так мало, подруга? Давай хилься. Ну, хилься. А, это я... Это порыв к действию был, блядь, не топ из-за. Так я могу второе действие сделать, я могу выстрелить. Или с руки уебать. Лучше с руки, конечно. Второй промах. Нихуя тут ниндзя, конечно. Отступи. У тебя хп маловато, чтобы врываться. Ну это надо убить, он слишком далеко зашел. Мага резнешь, его сразу вырубят, да? Так, это у нас ячейка, да? Жесткие типы, капец. Так, ну тут 9 хп, надо добить 9 хп. Значит, убил, отлично. Теперь сможем, если его отпихивать и не надо. А еще мы медленно бегаем. Бартон. Давай, ты дерись, а ты будешь сейчас мага резать. Промах. Ага. Надо резнуть мага. И ударить не можем, да? Мы можем похилить. И надо закрыть мага от стрельбы. Опа, и полутаем еще. Ого, полутали, отлично. О, маг может ходить. Не, маг может только бегать. Действия нет. Надо спрятаться. Прячься сюда. Укрытие, маг, укрытие. Давай, ловлю снарядов, давай. Оба, минус 2. Не поймала. Добегаешь? Не добегаешь. Можешь похилить тогда себя, например. У тебя тоже немного хп. Не, надо мага похилить. Тогда ты обратно вообще год будешь бежать. Все равно мага похили.
Так, вот этот попался, надо добить. Я мочи его. Тем более, ой-ой-ой. Бегаем там по огню, хп потеряем. Ну что, там один вражина остался, да? Ну, фуловый, ну один. Step by step. Step by step. Пока от монитора не ослеп. Ля, он реагирует и жахает меня. Недостаточно движения. Зачем тебе движение? Просто жахни туда. Какое движение тебе нужно, блин, балбес? Ну, спрячься. Вот. Ой. Иди убей его просто. Просто убей. Варламов тут что-то... А что Варлама убивает? Это яд или мы в огне каком-то стоим? Как понять, какой эффект на мне? Почему я только что получил дэмэдж? Я не вижу на себе никаких дебафов. Can't even catch my breath. Достанешь сюда? Hope your soul is in good hands. Попал. Давай уже добьем ее, там одна херня осталась какая-то. Победа, надо отдохнуть, что-то мы все без хп. Так, ну что, давайте лутать. Сефри и Мари мы не полутали. Мы потратили довольно много всяких заклинаний, ячеек и прочего. Мне бы неплохо бы отдохнуть, но, возможно, врагов здесь больше нет. С другой стороны, отдохнуть все равно не помешает, да? У меня запасов до хера, я могу отдыхать сколько угодно. Давай в лагерь. У меня на 4 отдыха запасов.